Республиканская акция «Память сердца» собрала на одной площадке порядка 20 бойцов студенческих отрядов. В Музее обороны Брестской крепости участникам дискуссии была представлена возможность пообщаться с сыном защитника Священной Цитадели Владимиром Семочкиным, а также задать волнующие вопросы экспертам. Говорили о многом, но главная тема, которая прослеживалась на протяжении всего диалога – Великая Отечественная война. Какие эмоции вы испытываете, приходя в Брестскую крепость? Нравится ли вам сюда приходить? Поделиться опытом и рассказать, как нелегко приходится, если вокруг нет мира и спокойствия, задача, которую поставил перед собой Владимир Семочкин. Ему было о чем поговорить с молодежью. Личная история и собственный колоссальный опыт помогли ветерану без труда достучаться до сердец юношей и девушек. Самое страшное – это предательство. И вот надо вот это, чтобы у молодежи нашей отложилось здесь в голове, что нельзя предавать ни свою родину, ни свой народ. Потому что это обязательно вылезет боком, и это будет беда. И если у него не прорастет вот семечко такого в голове, что должна быть верность родине, любовь к родине. Многие проекты БРСМ направлены на сохранение исторической памяти. С бойцами студенческих отрядов постоянно ведется активная работа по гражданско-патриотическому воспитанию. Мы в основном собираемся с молодежью, конечно же, нашей, и разговариваем именно о этой истории, о тех моментах, которые происходили в те очень непростые, нелегкие времена. И сегодня мы будем разговаривать абсолютно на различные темы. Это и о том, что было, это и о том, что сейчас молодежь хочет, что сегодня она хочет, о том, чего не хватает, может быть, не знаю, то есть в городе Бресте чего не хватает, в целом, чего молодежи сегодня в стране не хватает. Сегодня абсолютно разные вопросы. Мероприятия, посвященные проекту «Память сердца», будут продолжены. Они пройдут во всех регионах Брестской области.